Так, вокзал ЖД. Как купить билеты? Скажем, я нахожусь в городе Вац, а нам надо в Будапешт. Расписание на табло. Билет нам на Будапешт снимать. Нормально уже. Next. Значит, чувак, Будапешт. Next. Сегодня, там, завтра, но сегодня 4 часа действует билет. Будапешт, пас, короче, next. Один, там нужно два, сколько вода будет сам два, его один. Ладно. Два так два. Допустим. Выбираем, на сколько времени. Час у меня 8:20. Допустим, на 8:28. 1300, это за два. 1650 стоит. Дальше. Все, два билета от вас будут до Будапешт. Нюхать это ЖД вокзал. 1300 форинтов. Вот дата, время. Next. I don't need invoice. Ну, типа, чек. Не нужен. Окей. Дальше. Деньги или карта? Скажем, деньги, кэш. Дальше. Все, типа, носим купюру. Чирик загорело, сюда бумажки, сюда монетки, сюда карты, ну, если карту выбрали бы. Все, там мы, типа, платим, кто автоматом сюда выдаст билетики. Вот. Чек чей-то, типа, остался на чеке. Ну, мы же выбрали без чека. Все. Так все просто. Ну, мне ничего не надо.